Первая рыбка 2023. Здорово, ребята! С Новым годом! С новым счастьем всех! Главное, здоровье и, как понимаем, мирного неба над головой. Награбывает небольшой дождичек. Вышел я выгулить новую свою палочку. Это длинный-длинный спиннинг 962 МЛС-ка 2.90 5.21. Винчик 4000, 270 грамм, и новая восьмижилочка от Токурио, джигинг 0,6 размере, поводок из флюра и 14 грамм. Прям он опять ударил. Да ладно. Да, причем на ту же. Я менял и на фиолетовую ставил. Я даже не успел ступеньку сделать, опять же. Такой же. Может даже чуть побольше. Упирается чуть. Такой же. Второй судачок 2023, 1 января. Не, кайфово прям с ударчиком на выбросе. А я еще поглядел, ты закинул дальше, чем я. У меня 18 грамм. А, 18? Еще. Опять не успел, не вообще даже подмотать чуть-чуть. Такой же. Вот это кайф. Да. Как будто покрупнее. А, не, такой же. Он покрупнее.
Есть. Свалился. Ну, вот это покрупнее, если честно, чуть был. Самый-самый выброс. Две ступеньки, три. Ну что, был что-нибудь? Не, я от одной покидал уже. А что ты не пошел? Не знаю, лениво как-то. А мы подумали, раз не пошел, значит у него клюет, и пошли к тебе. Ага. Рыбалка состоялась, результат какой-никакой имеется, палку разловил, что еще надо. Всех с Новым годом, всем счастливо, всем пока.